перед тем, как зайти в этот самый участок, или что это, штаб какой-то, не знаю. В общем, какое-то военное сооружение. Опа, там, смотрю, турель. А я... Да, она вражеская на вид. Я, в общем, сгонял в поселение и опустошил все карманы. Так, стоп, сейчас я его уничтожу. И где-то еще одна. Так, да, я понял, где она. В кого там стреляешь, я... Опа. А собака там, похоже, была моя, да. Давай, собака, загрызи. Вот еще один. Откуда не вылазят? И почему по ним не стреляет турели? Так, ядерные материалы. У тебя что есть? Да ничего у тебя нету. И где-то тут еще было подрывник. Так, не он. Ну, походу, он подорвался с концами. И я уже ничего от него не найду. Так, откуда они вышли? Собака, ты что здесь сидишь? Нам же тут не зайти, вход завален. Может, тут где-нибудь есть вход? Нет. Да, я был прав. Еще какой-то завод, но он закрыт. Так что, в принципе, он нам не страшен. Но вот тут, откуда эти твари зеленые выбежали? Вармашин. Ладно. Что тут есть? Залутать. Во, тут есть. Да, ничего нету. Стоп. Лесенка наверх. И там ничего нету. Металлическом ящике ничего нету. Где-то здесь турель же была, я ее уничтожал. Хоть с турели останки забрать. Вот она. Да, это она. Так. Вон еще наверх надо залезть. Ух ты. Еще мусор. Че, дверь закрыта? Как все сложно. Че за... А, там даже проход был. Что за лабиринты? О, вход, да. Вход в форт.
Он нашелся. Ну что, идем. Я надеюсь, этот детектив умеет ходить по стелсу и как-нибудь нас не спалит. Вообще, похоже, придется брать карабин или... Да, наверное, карабин. Учитывая, что я еще вкачал одно очко навыка, урон по карабину у меня теперь плюс 40%. То есть дробовик сотню с чем-то бьет. А это бьет 56. В смысле, здесь кто-то есть? Чего? Это что такое? Здесь синты, что ли? Или кто это? Чё, Вата? Ты кого там спалил, идиот? Всех поднял на уши. Я только про стелс говорил, и он всех... Как ты там вообще зашел? Нормально же зашли здесь, нет? Вот... Ой-ой-ой-ой-ой! Ни хрена себе. Не нравится мне все это. Так, живем. Убей его! Молодец. Но мне сейчас походу хана будет, надо что-то съесть. Не ожидал я тут синтов застать. Ну, ладно, дробовик справляется. Блин, я дирколу не скинул. Да. Институтский пистолет. 15 урона мало. Ты балбес. Мы ж вроде по стелсу договаривались. Институтский карабин. С тобой в разведку вообще никак не сходить. Что тут есть? Ничего, ладно. Опасность, конечно, опасность. Выдал наше местонахождение. Какой-то бульбулятор. Ага, турель. А, здесь котелок. Ладно, давай, предатель. Чего? Секретный. Ох ты ж, еще одна. Что-то опасно. Ну, там никого не видать. Пока безопасно. Но с этим чертом в разведку ходить вообще не вариант. О, очки. Темные очки патрульного. Не помню, по-моему, у меня были такие.
Так, там двое. Там могут быть турели. Так, тут у нас что? Ничего. Пусти меня. Ядерная батарея. Голос-то там где-то, он, похоже, внизу ходит. Семь урона, так мало? Так дела не делаются. Так, там нас ждут двое. А, это ты. Нас все еще потерять не могут. И терминал с роботом патрульного. Видимо, для стелса. Да. Животное. Попробуем взломать. Может, робот поможет? Рейдс, одно сходство. Крес, плейс. Давайте плейс. Ноль сходств. Неймет. Два сходства, но уже поздно. Ваша ликвидация неизбежна. Так, лайт. Ноль сходств. Элит. Ноль сходств. Сенс. Одно сходство. По новой. Так, тут что-то одно слово всего. Спун. Одно сходство. Лумс. Кнок. Давайте кнок. Более такое похожее слово. Ноль сходств. Значит, третье не О. Может быть. Нет, не спик. Фист, кулаки. Не подходит. Скаут не подходит. Апсет. Апсет может быть еще. Sweet. Да. Давай активировать. Что ты там будешь делать у нас? Охрана порядка. И тебя нужно теперь активировать. Давай, чувак, спасай нас. Давай, иди, убивай синтов. Вломи им там, но. Ты это... Совсем обленился, что ли? Никакой охраны порядка. Чё, легендарный противник мутировал? Так он легендарный. Охренеть. Я этого не заметил. Ай, робота. Да. У меня патроны заканчиваются. Но на дробовик пока еще хватает. Но все равно неприятно, когда мало патронов. Да, спасибо. Чё ж ты меня не защищал, а? Ночной меч китайского офицера.
Наносит больше урон ночью и меньше днем. Странный какой-то меч. Ну ладно, мы его возьмем. Он легендарный. Пистолет ни о чем. А, мне нужны 308 патроны. Ладно, хоть написали, а то бы я не заметил. Хотя это, по-моему, просто коробка со взрывчатком называется, а не то, что на ней висела взрывчатка. Да. Скипидар. О, алюминиевая канистра возьмем. Тоже неплохо. Да, робот бесполезен. И все, что ли? Здесь больше ловить нечего? Вечная проблема. Когда я уже научусь? Что это такое? Еще синты, что ли? Меня не видят. Что такое? Что за внимание? Тут же никого нету. Так, камера. Да и взять-то ничего. Что так? А, это воровство, залезь в карман. Там, по-моему, еще. Да. Терминаторы. Ах ты ж, я горю. Офигеть. Да. Лидер синтов. Он еще и поджигает, козел. О, оружие. Что у нас тут еще есть? Пустой пакет из-под крови. Это нам не надо. А, на удивление, музыка какая-то громкая здесь играет. Давно музыки не было, но вот сейчас она появилась. В том плане, как зашел в это здание, так и понеслось. Там, похоже, турель. Итак, что у нас есть тут? Огненный институтский пистолет. Да не, не надо, спасибо. Хотя, с другой стороны, прикольная вещь, наверное. Да. На потолок уже подвешивает. Тяжелый боевой дробовик тактический. Ладно, пусть лежит. Можно вставать. Серебряный медальон возьмем. Те ребята ни на чем не экономят. Не успел прочитать.
Как всегда. Ну ладно, взламываем. Опять проблемы. Belongs 0. Torches 1. Filters нет. Decried. Надо было гранату выбирать. Там слово такое grenade. Как-то более подходит для этого дела. Hazards. Одно сходство. Тортур, контрол, ни одного сходства. Провайд. Вот это может быть. Нет, тоже одно сходство, и скорее всего это предпоследнее D. Что у нас вот есть предпоследний D? Хотя... Ну да, одна буква совпала, предпоследняя D, и все. Sound это не то, нота был не то. Crowd это не то. Хотя, может быть, это даже другие разные буквы совпали. Не обязательно предпоследняя D. Что здесь может быть? Ха за четвертая А и еще. Provide. Это последнее Е. Может быть, notable? Да. Последнее Е. И еще там четвертая или пятая буква совпали. Управление турелями. Они уже все сломаны. Да, нет целей. Одна осталась. Отключить. А, что у нас там еще? Стоп, назад. Валентину это понравилось. Управление дверью. Открыть. А, да, здесь же есть отношения с спутниками. Если их поднять, то спутник дает какой-то перк. Ну, замок деактивирован. Открытие дверей. Чего? Валентин, что ты там несешь? Здесь оружие. О, патроны. Мне нужны 308. Давайте. Находитесь, 308. Nice. 45. Плохо. 38. Я вообще-то другие просил. Издевательство. Валентин, дай патронов. О. Что, типа сокращение пути какое-то? Да, я ведь не досмотрел, что есть комнатушки, там еще подвальчик был. Так. Что это за комната вообще такая? Пойдет. О, шахматная доска. Пачка сигарет. Пойдем отсюда. Тут только смерть. Нам нужно вниз, но... Стоп. Вниз нам пока не нужно. Я там какую-то дверь открыл. Вот еще комнатушка. Бурбон. Пиво. Чемодан. Да.
открыл. Got it. Ну что-то как-то не то, совсем не то. Чтоб можно было здесь двери до конца выбивать. Так, где дверь открылась? А, Валентин? Вот это, может, дверь открылась? Вот еще лифт. А, пойдемте по лестнице. Надеюсь, что по лестнице я смогу спуститься. Хотя, вроде бы, лифт, он как альтернативный вариант. Там, то есть, никакого лута не будет. Я сокращу путь. Приду уже на место. Да что такое? Понятно. Yes. Зажигалка, чудо-клево. Че, издеваетесь, что ли? Я как истинный наркоман или кто? Токсикоман, да, токсикоман. Буду собирать клей. Закрыто на цепочку. Начинается. Что значит выход? Нужно идти на лифт. Они не оставляют мне выбора. Валентин, пошевелись. Валентин. Я поехал. А где Валентин? Сейчас ведь Валентин день свалится. Да меня нету. Давайте, потеряйте меня. Нет, ты меня не найдешь. Ага, потерял. Не успел я, к сожалению, выстрелить. Валентин, догоняй. Я тебе дверь открыл. Лазерная мина, ловушка. Как это хитро. Надо ее забрать. По-моему, я ее и так уже забрал, из нее части какие-то составные. Ах, ты ж меня заметил, да? Или Валентина заметил? Падла ты, Валентин. Толку от тебя вообще никакого. Балбес. Фига ты пушку где раздобыл такую? Иди давай, хватит сидеть. Давай, давай, давай. Возьмем дробовик. Ты справишься. Я в тебя верю. А пока меня не видят. Да, винт, вот возьмем чудак. Грязная вода. Блин, опять взламывать. Сколько можно тут все запирать? От кого ж все запирали-то, а? О, патроны. Не те, конечно, которые мне надо. Ну ладно, пойдет. Хоть что-то. Тут я где-то еще синта убил. С маленьким уроном написал. У него
пистолете маленький урон, а херачит так больно. Шоковый пруд. Не, спасибо. Так, в поисках нужностей. Бутылка ликера. Все. Да. Больше тут брать нечего. Откуда ты узнал? Не ходи! Надо сохраниться. Что-то я такое первый раз вижу, но, наверное, надо пройти просто быстро. Хотя... Она забила уже. А, у нее заряд, похоже, закончился. Кукуруза. О, коробочка с боеприпасами. Мне нужны 308-е. Опять не туда. Да. Легкий замок прямо отсюда. Давайте откроем его. Да блин, можно было не поворачивать. Ни влево, ни вправо. Патрон для дробовика пойдет. И 308-е, но все же. Что там было? Граната. Ух ты, прикольно. Рукопашку. Вот теперь может что-нибудь съесть. Но... Что у нас есть? Кукуруза, кусочки кротокрыса. Так, бутылка из-под ядер колы нам не нужна. Где-то наверху кто-то ходит. Ловушек больше не видать. Sorry, your house has been a wreck for 200 years. But I don't need a roommate. Leave. Ну что, у нас переход на следующую локацию, похоже. И где-то наверху был пропущен один робот. Ну, говорит, сосед ему не нужен. Кстати, вот мне все еще интересно, сколько прошло лет после того, как разморозили, забрали и опять заморозили, и вот сколько лет прошло, насколько вырос этот сын, и как он вообще меня, по идее, должен узнать. Ну ладно, сейчас мы разберемся. Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that, figured the Commonwealth would chew you up like jerky. Странное у него представление о людях. Минус один. Уйдем, спрячемся. Уйди. Уйди, Ник. Надо, чтоб нас потеряли. Мне осталось 21 патрон. Придется потом где-то бегать, патроны искать. О, меня не видят. Не промахнуться бы, не промахнуться. Не промахнулся. Легендарный синт опять. Да сколько можно?
ты же тоже синт. Иди разберись с ним, договорись с ним по-хорошему. Давай, потеряй меня. Ну? О, отлично, вас не видят. А, там остался один как минимум. Максимум двое. Но я никого не вижу. Поэтому будем медленно, но верно двигаться вперед. А, вон он. Убил? Не верю. Он что, не легендарный, что ли? Some folks never lose their fondness for living in the basement. Я не мог его убить. Это хлам. Ты у нас кто? Вот он, легендарный. Чё за хрень? Три весит, ну ладно, возьмем. Можно будет продать. Карабин улучшенный, но ладно, фиг с ним. Почему здесь двери закрыты все? Так. Look, you're pissed off. I get it. I do. But whatever you hope to accomplish in here, it's not gonna go your way. Ага, эта дверь закрыта. Значит, все-таки нам туда. Ладно, пойдемте. Ничего нет. О! Патроны! Темные очки патрульного. Ни о чем. Что здесь есть? Патроны. Ядерный блок. Патроны. Патроны. Ну, ладно, хоть какие-то патроны. Терминал сложный. Давайте попробуем его открыть. И что нас ждет здесь? Стартинг. 4 сходства. Это не подходит. Это не подходит. Это не подходит. Стар. Это не подходит. Это не подходит. Это не подходит. Вот это подходит. Краулинг. Угу. Управление турелями. Давайте их выключим, если они еще остались. Нет цели. Единиц 6. Отлично. Выключим турели. Отключить. А если сделать систему диагностики? Так, что у нас тут? Нет целей, нет целей, нет целей, нет целей. Их как бы как-нибудь перепрограммировать, что ли? Включено. Я же их выключил. Пожалуйста, примите все меры безопасности при работе с турелями. Пользователи всегда должны предполагать, что турели заряжены и могут открыть огонь боевыми патронами. Я вроде их выключил, да. Что у нас с дверью? А?
И... О, Валентину понравилось, что я отключил турели. Что тут про дверь-то? Ничего нету, ни слова. Да. Валентин, от тебя толку, как, наверное, в принципе, меньше, чем от собаки. Ух ты, деньги. Шпильки, деньги. Пойдет, все пойдет. Кого я взял в команду, а? Даже не разговаривать со мной. Крышка. Хожу тут бомжую по какому-то подвалу. Реструм, комната отдыха, старый форт, неплохая операционная база, с безопасностью, полный порядок. Это, да, комната отдыха называется, реструм. Я подумал, в этом толчке сидит. Да, ты ошибся, враг не обнаружен. Вообще-то я их отключил. Ух ты, бутылок-то сколько. Вроде как турели отключил, но не знаю, сейчас проверим. Odd, my scanners must be malfunctioning. Is something you reveal yourself? Я жив. Да. Вот скажи мне, Валентин, какой у тебя толк? Ладно, можешь не говорить. Нету толка. Извините. А, что-то нос зачесался. Фиг его знает. Ух ты, генератор какой-то. О! Да, вот за этим, можно сказать, я и пришел. Ядерный блок. Раз здесь ядерный блок, то, может быть, будет и броня. Осталось только найти... О, 308-й. Да неужели 12 штук хотя бы нашел? Хоть какая-то радость. Yes. Силовая броня, в принципе, тоже пригодилась бы. Ничего не интересно. Ну, хоть опыт получил. Да, пойдем, 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 пойдем. Так, что у нас тут? Там входа нет. Нафиг ты дверь открыл? Ты нас палишь. Поднос для инструментов. Во. Ультравинт. Фига себе. Стимулятор. Инвалидное кресло. Антиретин. Ух ты, прям заначка, а? Золотая жила. Мечта наркомана. Столовка. Так, что у нас тут есть? Череп. Что он здесь делает? Ладно, не будем задаваться этим вопросом. Ядерко пусто.
Кастрюлька. Столовая. О, ух ты, пупс. Yes. Критический урон при использовании энергетического оружия повышен на 25%. Пойдет. Хлебница нам не нужна. В принципе... Hello. Чего? Какой еще hello? Иди разберись с ними, Валентин. Так, осталось начать пользоваться энергетическим оружием. Got it. Пойдем разберемся с ними. Они не говорят хеллоу. Странные ребята. I was in error. No enemy detected. Блин! Весь урон в кастрюлю. Весь зал просто прошел в кастрюлю. Или что там было? Ну так обидно, а? Не знаю, сюда идти или не сюда. А, ради этого, в принципе, да, нормально. Персонал, чё? Пароль? О, пойдёт. Пароль это надо. Не зря пошел. Так, теперь идем вниз. Ух ты, синт-разведчик. Блин, Валентин, мудак. А, вот надо было тебе вылезти. Ты мудак. Мне надо потратить... У меня пистолетов уже скопилось дофига в пистолете, поэтому... Нужно тратить. Уйди! Давай, Валентин, покажи ему. У него хп мало осталось. Давай, понты, понты, давай. Ну, ну. Готово. Ты балбес. Детектив ты хренов. Неудивительно, что тебя в том бункере 114 поймали. Ты ж прятаться нифига не умеешь. Алюминиевая канистра. О, броня синтов для левой руки. Ух ты! Броня для головы. Она намного круче моей. Прощай, кипарик. О, да. А очки что снялись? И бандана тоже? Стоп, это ни о чем.
Бандана с черепом. Я хочу ее одеть. Да. Прощай, бандана получается. Она ж... и прощайте очки, да? Да. Не, оставлю пока свой кипарик. It's not too late. Stop. Turn around and leave. You have that option. Not a lot of people can say that. Чё, сыкотно стало? Открыть дверь. Давай, у меня есть доступ к этой двери. Открывайся. О, мечта наркомана. Очередная мечта наркомана. Еще и куча шпилек. Там 11 штук, что ли, было. Да вообще весело. Еще и каждую дверь взламывать. Что интересно за этой решеткой? Что-то я не посмотрел даже. Так. Чуть-чуть правее. Блин. Где-то здесь. Еще левее. Да. Патроны? Блин, 10... Чего? Это чё? Куда я пришел? Охренеть, просто, просто рай. Арсенал целый. Ну-ка. Тут толстяк. Но я же его не унесу. Ну, автоматический лазерный карабин. Посмотрим, что он вообще из себя представляет. Оружие. Где он, автоматический лазерный карабин? 18 урона. Мало. Так, толстяка возьмем. Что толстяк весит? Толстяк весит 30-ку. Но урон у него... офигенный. Так, толстяка и этого мы сейчас отдадим Валентину. Есть дело, Валентин. Эй. Обмен. Я тебе сейчас подгоню немножко. Толстяка и вот этого. Да, ты не потеряй. Что бы ему еще отдать, чтоб... Можно ему шлем отдать, в принципе. Да, держи тебе шлем. Ты можешь даже одеть шлем. У него револьвер. Двигай, 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 двигай. Я отсюда пришел. Так, нужно сохраниться будет сейчас. Блин, ресторан в опасности. Не вовремя. Я ведь на задании. Сейчас делаю задание и схожу, отобью ресторан от рейдеров. Рейдеров, не знаю. Неважно. Нужно будет там турели, наверное, построить. Чтобы эти черти... Опа, терминальчик. А чего это он здесь просто так на двери висит? Бойти. Одно сходство. Never. Got it. Да. Про... Еще турели? Так они выключены. Ну-ка, активируем. Отключить.
Валентину это понравилось? Да. Молодец, Валентин. Я не вижу, где эти турели. Они что, исчезают, что ли? Я вот это не понимаю. Ну, можно поспать. Или, может, они на потолках висят, а я их не замечаю. Ну, 5 шпилек. А, в последнее время стал собирать слишком много мусора. Ну что, Ник, ты готов? Блин! Легкий замок называется. Так, чуть-чуть правее. Ага. Nice. Пойдет. Okay. You made it. I'm just up ahead. My synths are standing down. Let's talk. Интересно. Мне это нравится. А мой синт, интересно, его тронет? Он уже двери для меня открывает. So, here we are. Funny, huh? Mm-hmm. You murdering, kidnapping psychopath. Give me my son. Give me Sean. Now. Right to it then, huh? Okay. Fine. Your son Sean. Great kid. Little older than you may have expected. But I'm guessing. Побольше годика. But if you're hoping for a happy reunion. Ain't gonna happen, pal. Your boy's not here. God damn it, you mercenary motherfucker. Where is my son? What's the cliche? So close, but yet so far away? That's Sean. But don't worry. You'll die knowing he's safe and happy. A bit older than you expected, but ah well. At least he's in a loving home. The Institute. So where is it, huh? This Institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. Мне нравится его броня. You open the closet. It's just a closet. You can never find the monster that hides inside. Но букву монстра, он же сказал. But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. So, you ready? Давай мне деньги, да. You know I am. По-моему, мне сейчас будет плохо. Из дробовика на таком расстоянии не самый лучший вариант, но у нас выбора нету. Хватит валяться. Блин, поздно заметил, что у меня жизни мало.
Ну ладно. Я что-то подумал в последний момент уже, что нужно было... Блин, ладно, еще раз. Давай, иди сюда. Сейчас мы с ним разберемся. Другие варианты выберу, да. That was a regrettable accident. Still, this world, this life, you've seen it. Pain, suffering. Death is its only escape. But don't worry. Sean's fine. Maybe a little older than you expected, huh? But I can't give him to you because he ain't here. Then you're gonna take me to him. Right now. Take you to him. Like I could, even if I wanted to. Don't you get it? Your son, Sean's safe. At home. Дома. Его дом в бункере 111. Отдай мне его. The Institute? Well, I'll find him. No matter where he is. Nothing will stop me. God, you're persistent. I give you credit. It's the way a father should act. The way I'd be acting if I was in your place, I like to think. Even if it is useless. But I think we've been talking long enough. Ну, опять он. Both know how this has to end. Говорит, что нету смысла говорить о чем-то. Really? Это надо закончить. Но текст не вылез. Да, никакой пощады. Не уходи! Минус один. Минус второй. Минус третий. Вот он. Нашел я его. Так. Конечно, мы постараемся забрать его броню, если нам это позволит. Что у него есть? Пистолет. Ух ты. Кинетический ингибатор боли. Охренеть, что это такое? А, кибернетический. Привод конечности. Стимулятор мозга. Заберем. Че он? Костюм Келлога. 30-30. Так себе. Гранат, пароль. Патроны. Пистолет, револьвер. Критическое попадание восстанавливает ваше ОД. Причем револьвер такой неплохой, его даже можно улучшить. Легендарный. Да, забираем. Неплохо. Стелс-бой две штуки. Стелс-бой, я так понимаю, заставляют исчезать. И костюм, ну, сотню стоит, два весит. Ладно, уж возьмем. Да, чувак, ты остался голый. Чудо-клей. Ник, у меня есть клей. Мы сегодня отдыхаем. О, мусорка. Нет, это картотека. Что тут еще есть? О, патроны. Крышка. Так себе. Фигня. Интересно, сколько он может переносить веса? Диктофон. О, включает себя. Вы нашли выпуск журнала. Игру включает себя. Хорошо, заберем. Прикольное кресло, забрать бы его.
А, это то самое помещение, в которое я хотел попасть. Ну все, я понял. Где я? Можно использовать компьютер. Взять тут уже, похоже, нечего. Ладно. Открыть терминал. Причем, если посмотреть, то вот этот вот компьютер, вот эти все оборудования намного лучше того, что находится в мире. То есть, это, похоже, институт оборудования. Доступ локальный, имя Келлог, примечание мальчишка Шон, успешно доставлен в институт, оплата получена, новый приказ выследить ренегатов, собрать подкрепление, зачистить и захватить Форт Хаген. Скоро выдвигаемся. Понятно, и управление дверью. Открыть двери. Кстати, бронекостюма здесь не было. Я удивлен. В смысле, открывай двери. Состояние закрыто. So, Kellogg wasn't giving us any bull. Your son really is on the inside. Even I don't know where the institute is. And they built me. Ну и зря ты этого не знаешь. А я найду. Или я никто бы там ни был. Ах, жаль, что брони нету. Было бы прикольно взять с собой броню. Так, где-то ведь был выход. Не помню где. Но где-то он был. А, поговорить с ним надо, да. I know where your son is, but even I don't know how to find the institute. Uh-huh. Ага. Мне нужно попасть туда. There has to be a way, Nick. We're in the weeds here. Time to take a step back, bring in some fresh eyes. Only person I know willing to snoop up the institute's tail feathers is Piper, the reporter in Diamond City. Ну вот, меня кто из шкуры отправляет. Ну, что поделать? Значит, почему именно Пайпер? How could Piper help us? Trust me, that dame knows a lot more than she lets on, and she lets on a lot. I know her. She's done her homework. And we need to talk this through with someone. Хорошо. Встретимся там. I'll catch up later. All right. I'll see you in Diamond City. And don't worry. The night just got darker. Итак, а ты че... Стоп. Hey, может, ты со мной пойдешь все-таки? Sure, ask away. It's just, with everything that's happened with you and your family, it's a whole hell of a lot to process. I wanted to make sure you're holding up all right. Yeah, I'm all right. Huh, you're a tougher nut than I thought. Tougher than I was. Took me a long damn time to get a feel for this place. Thank goodness I found Diamond City. It's got its flaws, sure, but it beats the hell out of anywhere else in the Commonwealth. Of course, when I took up there back when, people were just as scared of the Institute as they are now. Maybe more. The massacre of the CPG was still pretty fresh in people's minds at that point. And folks were still losing sleep over the broken mask. Plenty of people assumed I was just a saboteur, moving in to melt down the reactor or poison the drinking water. But at the time, they couldn't exactly turn me away. Broken mask? This was long before I'd moved to town, but apparently some gentleman type shows up in Diamond City, heads down to Power Noodles. Guess he did. And security finally put up hold him and drop him. They say he was full of servos. А, это то, что я читал в газете в той. Seems he malfunctioned, went berserk. It was the first time people realized that synths had stopped looking like me and started looking like them. Considering what these folks went through, I felt real lucky they let me in the front gate at all. Why'd they let you in? Because I'd rescued the mayor's daughter. Gal of about 15. Pride and joy of the mayor back then.
man by the name of Henry Roberts. The young Miss Roberts decided she'd run off with some caravan hand she'd known for an evening. Turns out the guy was part of a gang of kidnappers. I didn't even know who I was rescuing, just stumbled on a crying girl and four toughs. I took her home and the mayor dubbed me a hero, offered me a place in town. Lots of folks protested and said I was a spy, but he wouldn't have it. Taking up in the city was tricky at first, but I never tried to hide what I was, and people seemed to warm to that. You took down four guys by yourself? Well, I didn't have to. Back then, synths were even more of an unknown quantity than they are today. I told them I was rigged to explode and started going beep, beep, beep. Artist part was keeping from laughing as they climbed over each other to get away. Забавно. You're not a spy, right? Testing, testing. Hello, Institute, can you hear me? Hell if I know. If I am, the Institute's plan to gather intel on all the runaways of the Commonwealth has been going off without a hitch. Was it hard settling in? Yeah, they sure didn't make it easy. I started off doing the jobs no one else wanted. I got more banged up being Diamond City's handyman than I ever did living out in the ruins. But I guess folks never forgot I rescued the mayor's daughter, so they started coming to me when people went missing. Wife runs off with a new paramour and takes the rent money with her. Talk to the synth. An upset father decides moving him and the kids to Good Neighbor in the dead of night's not the worst damn idea since the bomb. Go get Nick. After a while, the jobs got so backed up, they didn't even ask me to do the handyman stuff anymore. Hell, I was so happy to do it, it was months before I started charging anyone. I never stopped being Nick the Synth, but it was Nick the Detective folks came to see. It was about then that things finally started feeling normal. It took me a long time to realize that home is where you make it. With some time and effort, this place can be home for you, too. That's a long story, but I hope it helps. Want to get moving? О чем поговорили, я не понял. Ну вот, и мне сразу выход показывает. Ну ладно. Видимо, все-таки... Ух ты, дверь шкафа открыть. И я это пропустил. Ник. Дешевый чудо-клей. Скипидар, чудо-клей. Ну и все, да, на этом... А, лифт. Подъем. Подъем, подъем. Разве? Стоп. Здесь же вроде должна быть лестница. Это не тот лифт, это другой лифт. Тот лифт вел в подвал, в длинный узкий коридор, и там еще была дверь на цепи, которую я открыл. И спускался он намного быстрее. По-моему, я сейчас улечу в небо. Че за фигня? Эй! Тормози. Это все зеленое стало. Это я где? Пять турелей отключить. Они разрушены, наверное. Да. Открыть дверь. Что за управление дверью? А, понял я, что это за дверь, она была закрыта тогда. Да, первая дверь, которая была закрыта.
Офигеть. Что-то говорит, что-то вроде не бойтесь, мы вам поможем, что-то вроде того. Мы братство стали. Охренеть. Чё за эпик? Прям Wolfenstein. Из последних, как который. Ну ладно, всем спасибо. Всем пока. До следующей серии.